сердце горящий терновый куст, пророческий голос из Божьих уст. Это смена времен, смена эпох, это говорящий из пламени Бог. Мое сердце горящий терновый куст, пророческий голос из Божьих уст. Это смена времен, это смена эпох, это говорящий из пламени Бог. Мое сердце горящий терновый куст, пророческий голос из Божьих уст. Это смена времен, смена эпох, это говорящий из пламени Бог. Мое сердце горящий терновый куст, пророческий голос из Божьих уст. Это смена времен, смена эпох, это говорящий из пламени Бог. Здесь происходила историческая встреча, от которой зависела судьба Египта и народа Божьего. Их было двое – Бог и Моисей, посылающий и посылаемый. Пламенем были объяты не только терновый куст, но и их сердца, которые превратились в единый сплав ревности и боли, любви и сострадания. Их было двое. Они согласились. Сошлись в одно. Исход реален. Исход неизбежен.